Доброго времени суток. Если у вас существует проблема, болтается ручка на стеклопакете, то можете в течение минуты эту проблему устранить. Открываем декоративную заглушку, берем крестовую отвертку и подтягиваем вашу руку сверху и снизу. Сильно подтягивать не стоит, поскольку можно повредить резьбу. Все. Закрываем заглушку, проверяем работу ручки. Все работает, ничего не болтается. Большое спасибо за просмотр. Всего хорошего, до свидания.